И в очередной раз приехали в Жукский район, к лесному небольшому озеру, районе поселка Слободскому. И из года в год все озеро загажено мусорными кучами кругом. Не знаю, убирает это, не убирает, мне кажется, становится все больше и больше. Уже были обращения про Дахану прокуратуру, правительство Брянской области, от экологов. Но ситуация в Жукском районе не меняется. Из-за того, что в районе практически полностью отсутствуют мусорные контейнеры, жители вывозят бытовой мусор, это же бытовой мусор, посмотрите, и выкидывают в ближайших лесах. С этим бороться только по одному можно, поставить мусорные контейнеры. К тому же жители Жубки платят за вывоз мусора больше, чем в Брянске, где за эти деньги покупают контейнеры пластиковые с крышкой и ежедневно вывозят. За 30 километров. В Жуковке сварка находится в трохе от города. Но куда идут деньги, непонятно. Может кому-то на премию, может на дивиденды. Но проблема не решается. Озеро и окрестности все загажено мусором. Уже субботник прошел, ничего не меняется. Практически к самому берегу озера подошли, лес завален, даже берег завален, даже воде накидали. То есть хорошее, красивое лесное озеро превратили в помойку. Еще практически по этажу пустой, бытовой. Видно, что жители из города вывозят. Видите, бытовой мусор. Уже в землю порос ноги. В воде плавает. Вандалы скидывают мусор прямо в воду, чтобы вода протухала и портилась. Мешки мусорные прямо на берегу лежат. Вдоль дороги не чище. Все загажено. Тут кто-то пытался изобразить уборку в тех годах. Вместо того, чтобы вывести мусор, взяли песочком сверху покрыли. Но дожди смыли песок, а мусор весь на месте. По сути, из-за того, что мусор бытовой, должны убирать коммунальные службы, а не лесники. Потому что мусор это вывозится из города. Тут какие-то умники в том году веточками мусор прикрыли, кучу мусора ветками спрятали. Но ветки уже, листва опала, все равно весь мусор виден. Вот такие у нас дела. Так озеро загадили. Жуковская администрация не станет даже порядок хранения навести. Не может контейнер заставить приобрести, как положено по закону. Город остается без контейнеров, а лесные массивы в кучах мусора. Но деньги брать не забывают больше, чем в Брянске за вывоз ТБО. В районе было чиновник администрации Жуковского района и оператор ТБО вывозить сюда на субботу, не заставлять убирать каждую свалку за свалку, которых десятки в районе. Может, и контейнеры появятся. Когда все города приходят на раздельный сбор мусора, в Жуке такое происходит. Вместо контейнеров мусор лежит в лесах, в озерах, в реках. По округу идем, весь левый берег, который ближе к автотрассе, завален. Особенно опасны битые банки, бутылки, стекла. Рыбник, ягодник будет идти, пробьет подошву, получит заражение крови. Стекло это вред. Пройдя по левому берегу озера, мы нашли еще одну сварку, которая находится чуть дальше в карьере. Вот озеро, там дорога. Тут лесоповал. Несмотря на лесоповал, мусор вывозится в этот кант. Тоже бутылки, бытовой мусор всевозможный. Автомасла, куски шпал, обломки бытовой техники. То есть вторая свалка находится позади озера Слободского, где через лесоповал идти надо. Вот привязку по местности даю. Чуть дальше еще одна свалка. Здесь уже отход лесозаготовки. Это вот на левом берегу озера. Свалка за свалкой. По-другому не назовешь. Вот такая ситуация на Жуковском районе. Деньги платим больше за вывоз мусора, чем в Брянске. А контейнеров мусорных нет. Поэтому все леса загажены. Почему-то деньги получают операторы ТБО, а вывозить должны лесники этот мусор. Это несправедливо.